Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Пап-пап, па-пара-па-пап-пап. Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы, начинается урок. Пап-пап. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, кто теперь играет, мой кларнет или труба. Пап-пап, па-пара-па-пап-пап. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас уже второй раз осенью, мы с вами общались, и года не прошло. Второй раз так же прекрасно? Вы знаете, вообще очень волнительно выступать. Во-первых, в прямом эфире, во-вторых, живым звуком, в-третьих, вообще передача, которая существует уже столько лет, которую я помню с детства, и ты фактически часть этой программы. Я не знаю, для меня это, конечно, очень волнительно, очень ответственно и будоражит мое сознание, поэтому, конечно... Конечно, очень здорово, что у меня лично и у моих друзей, музыкантов, есть такая возможность выступать. Еще мы выяснили в прошлый раз, что Этери по-грузински – это эфир, и вы Этери Этерши, Этери в прямом эфире. Да-да-да, Этери Этерши – это Этери в прямом эфире. Так что... Вам тоже нравится эта песня, как и нашему ведущему? Мне эта песня нравилась очень давно, я ее пела давно, но в таком классическом варианте. Но когда нам предложили спеть ее в программе, я решила, что надо сделать что-то такое... чего с этой песней еще не было. Ну, возможно, и было, но просто я не слышала. И почему-то предложила ребятам сыграть ее в сальсе. И мне очень повезло. Талантливые музыканты сделали очень талантливую версию. И мы фактически сделали такой бразильский карнавал. Вы Эдиту Пьеху любите? Очень, очень. Люблю Эдиту Станиславовну, люблю ее дочь Илону Брульневицкую. Мы с ней часто выступаем в очень хороших программах. Поэтому... И Стаса, естественно, тоже. Потому что Стаса мы тоже пели вместе. Этери, знаете, Эдита Станиславовна была у нас в «Что, где, когда» в 84-м году. Хотели сказать, что она смотрела эту передачу сейчас. Ну, наверное, а может быть и смотрела, кстати говоря. Может быть, я не знаю. Если вы узнаете, вы мне скажите обязательно. Хорошо. Она была в 84-м году, пела другую песню, пела даже две песни. И одну вырезали. Видите, как хорошо, когда прямой эфир... Ничего нельзя вырезать, да, правда, да, здорово? Да, да, да. Когда прямой эфир, с одной стороны, это огромная ответственность, но с другой, вот что... Вылетело, то вылетело в эфир. И
в общем-то, вся твоя предыдущая жизнь, собственно, я не говорю, что это подготовка к прямому эфиру, но, во всяком случае, весь опыт, он виден, когда ты выходишь в прямой эфир. Поэтому люди, которые работают в прямом эфире, для меня это вообще небожители. Я имею в виду журналистов, ведущих и так далее. Вот сейчас счет 5-1 в пользу телезрителей. Вы в гримерке до музыкальной паузы болели за ребят? Конечно, я болею за ребят, я всегда расстраиваюсь. Несмотря на то, что телезрители очень умные, грамотные, образованные, и хочется, да, чтобы они тоже ощутили свою, как бы сказать, ну, незначимость, а ощутили свою весомость, да, для передачи. Но игроков, они так волнуются, они всю нас жалко, их, ну, не знаю, несправедливо это. Я очень и очень хочу. Бывали же такие случаи, когда отыгрывались. С такого счета 5-1 отыгрывались. Я буду молиться, чтобы отыгрались, чтобы мысль их и обсуждение были направлены. С каким счетом закончится игра? Давайте 4-3 в пользу игроков. Такое возможно? У нас или... до 6 очков. 6, 6. 6. Давайте 6. Ну, 6-5 тогда, уж 6-5, раз 5-1. Да. Спасибо, Этери. Спасибо.